А помните ту дикую инфляцию и девальвацию нашей валюты? Девальвация, девальвация. Сегодня я могу уже честно сказать, что тогда я отдал распоряжение председателю Нацбанка Петру Петровичу Прокоповичу, где не хватит, будем печатать. Никому об этом ничего не говоря, мы, конечно, деньги подпечатываем. Я это говорю к тому, чтобы вы ценили и понимали, что... Старая Катерина! Это что, действительные, вот подписи, печать. Министр финансов и адъютант Папандопула из Одессы. На тебе 100 миллионов. Слушай, возьми все, я себе еще нарисую.